Друзья, добрый день всем! Приглашаю вас в свой сад. Хочу сегодня поделиться с вами покупками, которые я сделала для своего сада в этом сезоне. Ну, во-первых, это, конечно же, аккумуляторный опрыскиватель. У меня до этого времени очень много лет был опрыскиватель помповый и на 5 литров. Этого не хватало для обработки сада. Постоянно нужно подкачивать во время обработки. Это и время не занимает много, и сил много. Поэтому в конце концов я решила приобрести аккумуляторный опрыскиватель и чуть побольше объемов на 10 литров. Опрыскиватель Зиома. Он небольшой, аккуратный, очень удобный и напоминает ранец. Такой вот небольшой, хорошенький аккумуляторный опрыскиватель. В отличие от моего помпового опрыскивателя, ситечка имеется, не нужно подкачивать, можно повесить на спину, не носить в руках во время обработки, то есть одни плюсы. Я его уже испробовала, обязательно вам покажу, как он работает в саду во время обработки и покажу, как и чем я обрабатываю свой сад, потому что я приобрела еще новые удобрения, препараты и все вам покажу сейчас. Приобрела я свои покупки в интернет-магазине, который называется «Очень мило. Растишка ТЛТ». Очень богатый ассортимент. Есть садовые инструменты, опрыскиватели на любой объем, на любой вкус. Есть очень большой выбор удобрений фирмы «Валагра», также других фирм. Я уже испробовала удобрения и препараты фирмы «Валагра», поэтому предпочтение отдаю им. И что интересно, в этом интернет-магазине можно купить не полностью, не килограммовые упаковки. Они делают расфасовки небольшими объемами. Это очень удобно, если у вас небольшой сад и вам требуется совсем немножко этого очень эффективного удобрения, стимулятора роста. Поэтому обратите на это внимание. Удобные маленькие расфасовки. Замечательное удобрение, которое называется Brexil Mix. Состав: микроэлементы в хилатной форме. Здесь и магний, здесь и железо, и марганец, и цинк, и другие микроэлементы. Поэтому это удобрение прекрасно подходит для растений, которые повреждаются хлорозом магниевым или дефицитом железа. Работать по листу очень удобно и экономично. Экстрабиостимулятор. В составе имеется большой набор микро- и макроэлементов, а также другие полезные вещества, то есть очень-очень эффективное удобрение для растений. Плодоношение у овощных культур и цветение у цветочных культур просто зашкаливает. В этом магазине я приобрела препарат Previcor Energy. Это фунгицид, он работает с большим количеством грибковых заболеваний. И кроме того, что очень интересно, обращаю ваше внимание, в его составе находится вещество, которое является стимулятором корнеобразования. То есть этот препарат я использую сейчас при пересадке своих укорененных черенков. Развожу по инструкции и после пересадки свои черенки все проливаю. Обеззараживается почва, и препарат действует как стимулятор корнеобразования. То есть намного быстрее укореняются черенки и развивается хорошо корневая система. Ну и, конечно же, как без секатора. Секаторов много не бывает. В этот раз я приобрела секатор «Самурай». Мощный усиленный секатор. Он у меня будет использоваться для обрезки роз и для обрезки кустарников. Приобрести эти удобрения, микроэлементы, стимуляторы, препараты, а также инструменты можно в интернет-магазине «Растишка ТЛТ». Ссылочка на этот магазин будет в описании к этому ролику и в первом прикрепленном комментарии. Заходите, выбирайте, покупайте. Очень экономичная упаковка и очень хороший ассортимент. У меня на сегодня все. До новых встреч. До свидания.